Так, друзья, провели мы последнюю инкассацию в данном месяце в самой прибыльной точке. Проинкассировали мы, получается, 8300 рублей, а чистая прибыль у нас практически 6000 составляет. Аренда у нас составляет в данном месте 600 рублей. Также по поводу аренды, при инкассации второй точки я задел тему по поводу аренды, почему я так мало плачу. Поэтому, кому интересно, переходите на инкассацию второй точки, узнаете, почему я плачу так мало аренды. Вот, поехали дальше. Получается, для тех людей, которые смотрят мое видео впервые, объясню, как считать данную таблицу. Получается, на примере, давайте, к примеру, какую-то вот зефирята, к примеру, разберем, или вот что у нас тут, вот жвачка. На примере жвачки. Тут больше всего получается выручки у нас за месяц составила. Получается, стоимость одной жвачки у нас составляет по закупу 2 рубля 61 копейка. Продаем мы данную жвачку по 10 рублей. Чистая прибыль у нас составляет 7 рублей 39 копеек. За месяц мы продали 126 жвачек. Соответственно, умножаем 126 на 7 рублей 39 копеек. Чистая прибыль у нас составляет 931 рубль. Это чистая прибыль. Вот, теперь, я думаю, вам не сложно будет посчитать данную таблицу, так как тут, в принципе, ничего тяжелого нет. Все понятно, расписано. Вот, теперь посмотрим вот эти вот значения, тоже для тех, кто не знает. В прошлых видеороликах я об этом рассказывал. Получается, вот плюс 10, плюс 10, вот эти цифры, которые у нас зелененьким обведены. Получается, это та сумма, когда подростки приходят покупать игрушки именно рублями. Вот они, к примеру, закидывают туда там всякие десятики, пятидесятики, рубли, ну и так далее. Либо всякую ерунду, типа палочек от чупа-чупса. Вот, получается, в данном случае у нас были куплены игрушки, жвачки, вот, за рубли. Получается, подростки приходят, покупают, обворачивают рубли в бумагу, вот, проворачивают монетоприемник, им выдается игрушка по 1 рублю. Вот, и таких вот у нас убытков, сейчас, кстати, перейдем по поводу убытков, посмотрим, сколько мы в данном месяце потеряли. Вот, сама стойка у меня, кстати, стоит 66 тысяч, получается. По данным инкассации вы можете понять, через какой промежуток времени данная точка у нас окупится. Вот, сразу скажу по поводу окупаемости. Эта точка у меня окупилась практически там за месяца 3-4. Вот, когда я только установил данную точку, за один месяц я проинкассировал 17,5 тысяч. За один месяц. Вот, во втором месяце я, получается, проинкассировал 17 тысяч. Вот, и потом уже в следующие месяца, начиная с третьего месяца, выручка ровно в два раза упала. У подростков просто был интерес, как только я поставил данный автомат, и, соответственно, прибыль у нас была большая. Вот, потом в дальнейшем, как показывает практика, на всех точках, сначала, когда вы устанавливаете аппарат, у вас достаточно большие продажи, потом уже в два раза они, грубо говоря, ухудшаются, у вас вот эти показатели. Вот, но, тем не менее, данная точка у меня окупилась за месяца 3-4, это прям самые хорошие результаты. Вот, все остальные точки у меня там по году, грубо говоря, по полгода окупались. Вот, теперь переходим к убыткам. Получается, чтобы не затягивать видео, на примере тут некоторого наполнителя объясню. Получается, купили у нас один попрыгунчик, у которого закупочная цена составляет 5 рублей. Вот, но так как его за 1 рубль взяли, соответственно, цена убытка у нас составляет 4 рубля. Вот, поехали дальше. Мармеладки. Получается, вот если видели, у меня там самая, получается, прибыльная колба была в этом месяце, это мармелад. Вот, получается, там я проинкассировал что-то порядка 2000, там 1940 рублей, если не ошибаюсь, я проинкассировал с одной только колбы. Вот, у нас туда засунули 16 рублей, обернутые в бумагу. Получается, стоимость убытков у нас составляет 32 рубля. Вот, ну и таким образом можете вот увидеть, сколько чего у меня купили и сколько убытка я понес. В общем, 103 рубля я всего потерял в данном месяце. Это потери самые минимальные, получается, ничего страшного я в этом не вижу. Бывали у меня случаи, когда покупали у меня в месяц больше 500 рублей, просто приходили, вот так вот рубли обворачивали в бумагу. Был вообще, кстати, случай, настолько испортили монетоприемник, то что у меня просто, когда рубль ложили в монетоприемник, он прокручивался, просто обычно 1 рубль туда чего не засунешь, он будет прокручиваться. Вот. Но, тем не менее, его починил, все заработал, все нормально. Следующий ролик я буду выкладывать о том, сколько я всего проинкассировал десяток в данном месяце. Посмотрите, сколько десяток на данный момент у меня имеется, сколько рублей тоже, которые
должны были быть десятками. Вот, покупали, в общем, грубо говоря, эти наполнители абсолютно бесплатно. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем пока.